Всех приветствую на своем канале. Сейчас будет ролик о пустых баночках мая-июня. И в мае было только две пустых баночки, и они перешли на июнь. Ну, в принципе, сейчас тут тоже не особо их много. Она не совсем пустая, тут осталось на одно принятие душа на вечер. Я долила воды, просто мне казалось, что оно как-то это плохо выливается. Я даже сегодня голову этим помыла. Слушайте, так божественно открывается эта лимитка новогодняя, которая у меня зимой совершенно не пошла. Это у нас Yves Rocher. Лимитка этого года, ну вообще конца прошлого года, но этого года. Лимитированная коллекция гель для душа и ванны «Зимний лес» с хвойно-цитрусовым ароматом. Не верьте, никакого хвойно-цитрусового аромата тут и в помине нет, это миндаль. Вот у них было какое-то там миндаль с чем-то, то ли гель для душа такой 200 мл, Франции сделанный, этот урашки разливался. То ли масло для душа с миндалем, что-то такое вот вкусное, миндальное такое. Наверное, это как бы изначальное что-то такое, бадья осталось, а там французская, коробочку наклепали в России и перерили уже вот из французской бадьи то, что не продалось, и наклеили новую наклейку. Короче, не знаю, как это делали, но очень хороший гель для душа, очень экономичный. Я боялась, что эти мне 200 мл как-то не хватит на месяц. Хватило. Иногда я по 2-3 раза душ принимала, потому что, ну, жарко, так вот это как-то. Иногда много на губку лила. Вот пару раз волосы мыла, один раз по ошибке, потому что пузырьки перепутала. Без очков как-то сослепу. Что в руку попало, тем и намылилась. Один раз специально. Очень классный гель для душа. Крутой. Не зря, что... Даже несмотря, что в России делался. Тут вообще осталось, наверное, еще можно выдавить на вечерний почист. А может быть, даже и на завтра останется чуть-чуть. А может, даже срезать можно и выскоблить оттуда. Короче, у меня закончилось практически. Зубная паста у меня от этой фирмы, это уже вторая зубная паста. Это корейская зубная паста Dental Clinic 2080 Pro Melt. Самый нежный зубной пасты. Там еще, ну, это 60, там есть еще, в общем, 90 и 100. Покупала на Озоне. Вообще, это уже у меня всего 3 зубных пасты. Одна была в уходе, в обзоре на июль. Я ее еще не открывала. Ну, в общем, все три я покупала на Озоне в разное время. Советую. Хорошая зубная паста. Если у вас молочные зубы, как у меня, частично молочные, совсем не молочные, просто нежные какие-нибудь там десна, которые вот, ну, прям вот такие нежные зубы, мало ли что. Короче, классная паста. Новые зубы, конечно, от нее не выросли. Ну, я вообще мутант, у меня там немножко какой-то зуб очередной растет. Но очень хорошо чистит. Свежее дыхание, все такое. У меня закончился шампунь. Особая серия шампунь, ополаскиватель 2 в 1, бесконечная свежесть, манго и лайм для всех типов волос. Я его для деревни покупала, но как-то он у меня получилось, что ушел здесь. Очень экономичный, на полтора где-то месяца хватило, если не на 2. Тут 12 месяцев после вскрытия, 250 мл. Я его вообще рублей за 50 покупала в магазине «Нужные вещи» у нас, вот в Угличе, если кто и угличский вдруг смотрит. Слушайте, такой универсальный классный шампунь, так очень приятно пахнет этим манго. Очень экономичный. У меня волосы от осветления немножко усохли, вместо жирных стали слегка сухими, и очень хорошо он шел. Очень классно. Если я увижу, то я его куплю чисто потому, не только потому, что он вкусно пахнет и дофига экономичный. Ну, и поэтому тоже, короче. Классный шампунь. Так. У меня закончилось в мае. Санитари формула антижир гель с расщеплением жира. Средство для чистки плит, микроволновых печей, посуды, кафельные плитки, расщепляет жир, копоть, нагар, удаляет пригоревшую пищу. 500 грамм. Я ее покупала чисто, чтобы электроплиту свою очистить, там, ну, дверцу вот так вот. Ту же самую микроволновку. Плитку не пробовала, у меня вроде нет кафельной плитки, хрен знает. Ну, короче говоря, в общем, плиту газовую он хорошо моет. Микроволновку более-менее так вот что-то, практически все отмыл. А вот именно как плиту электрическую, не, вообще нет, ни холодно, ни жарко. Ну, и я иногда мыла там какие-то кастрюльки. Короче, в общем, ну, на четверочку. Просто у меня там сейчас кое-какое другое средство. Когда закончится в пустых баночках, я его отрекламлю, он очень классный. А вот это, я даже не помню, где я его брала. В Фикс Прайсе, в Светофоре, в Ашане, в Пятерке, в Магните. Хрен знает, где я его брала. Ступинский химический завод это делает.
Ну что у нас тут оно? Предназначено для удаления жировых загрязнений с кухонных плит, микроволновых печей, грилей, духовых шкафов. Вот из-за этого я и покупала из-за духового шкафа. А также для мытья полов на кухне. Но вот духовой шкаф он как-то не отмыл. Так, я вряд ли ее буду покупать. Я помню, что она плиту хорошо мыла, но я потом открыла для себя другие две штуки, что-то телефон заорал, другие две штуки, и, короче говоря, вот, ну, если не будет тех двух штук, то я вот эту куплю. Вообще, теми двумя штуками я пока еще не пробовала свой духовой шкаф отмывать, но если что, вот, ну, узнаю, короче, будет чем сравнить, ну, так-то, в принципе, я ее советую, хорошая штука, но вот не совсем она справляется и заявленная, поэтому ей 4 балла. Это вроде даже и не... В общем, я что-то его сюда засунула, хоть это и вроде к еде оно не относится, потому что несъедобное. К косметике и уходу тоже не относится, но это Эконта пакеты для завтрака, 100 штук. Хорошие пакеты для завтрака, плотные пакеты для завтрака, вообще плотные хорошие пакетики. Короче, вот оно тут. Чего оно у меня тут орало-то? Кто меня тут хочет? Тот меня хочет. А, это мне... Меня отчитывают за то, что я отчитывалась. Ну, знаете, вы так идете, а вам навстречу какое-нибудь очень наглое существо, великовозрастное, оно начинает вам мозг выносить. Что это вы тут это? Не делаете то, что надо этому существу делать, а вы как бы своей жизнью живете, вы не обязаны ничего там делать. У меня закончился Avon Senses чайная коллекция Дзен, мандарин и жасмин, гель для душа. Это подарок от подписчицы Лёли из Тюмени. Очень классный гель для душа, очень классный аромат, очень хороший гель для душа. Короче, он такой экономичный был. Но он у меня, правда, закончился где-то в первых числах июня. Но все равно очень он нахавился. И до сих пор еще чуть-чуть пахнет. Спасибо, Люлечки. Так, что у меня тут еще? У меня таки закончилось это мыло Камей Франции. На самом деле это делал Египет. Я что-то забыла вообще, как выглядит мыло Камей. Я забыла, что оно продолговатенькое. И, соответственно, ну, в смысле, помнила, что оно продолговатенькое. Но забыла, что упаковочка-то тоже должна была чуть подлиннее быть. А, купаж цветочных масел Романтик. Оно хорошее было, экономичное. Не размокало, не высыхало. 32 рубля, по-моему, стоило. Тут 85 грамм. Но я хотела именно, что Камей вот такой вот продолговатенькое. Но представляете, вот кто знает, как выглядит мыло Камей, вот как оно выглядит. В общем, мыло Камей именно такое хотела, которое такое реально кремовое, берете в руки, там аромат, все такое на теле остается, на коже, но это было не то. И с одной стороны я разочаровалась, что это не то, а тоже, кстати, покупала в нужных вещах, тогда же, по-моему, когда этот шампунь. Но с другой стороны, вот то, что оно не размокает, хорошо мылится, хорошую пену дает, не высыхает. Вообще, вот у меня что-то с мылами странное. Некоторые мыла, которые в деревне вот лежат такие же, допустим, они не размокают. А из деревни я просто один кусок мыла приволокла, который там никто, кроме меня, не юзает. Оно мне что-то так понравилось, но туда я другой кусок мыла приволокла. А этот кусок мыла там уже года два лежал. Дегтярное. А тут оно стало слегка размокать в ванночке. Хотя там вот эта мыльничка, ванночка, точно такая же, как в деревне. Хрен знает, что не так. Ну, в общем, короче, мыло Камей вот это вот, очень даже неплохое мыло. Ему все равно 5 баллов, потому что вот вообще оно шикарное мыло. Хотя с каком-то плане я ожидала вот именно другой формы мыла. Так, что у нас тут осталось? А, я сюда, значит, кинула. Выгодная упаковка, Катте, Стоп-Ке, 160 штук, ватные диски с витаминным комплексом АЕФЭ, офигеть, 100% хлопок, эффект прошитого края, ну я как-то не помню, был там прошит край или нет, но неплохие такие ватные диски, по-моему, я их в фикс прайс покупала, когда вот, наверное, или этот, или делала я электронный заказ, но через сайт забирала. Прям на это, как пришла, заплатила, забрала, даже обзор тогда делала. Если в обзоре фикс прайса, плейлисте фикс прайса есть вот это вот, то это оттуда. А если нет, значит я где-то в другом месте покупала. В общем, хорошие ватные диски. Надолго хватает. Матирующий тоник для лица от расширенных пор и черных точек. С морскими водорослями. Морской сад 100 мл. Это последний тоник вот в таком варианте. У меня было их 3. Все 3 приходили в подарок за заказ от Green Mama.
На гринмаму для особо одаренных сообщаю, я трачу сама свои деньги. У меня никогда они ничего не присылали на обзор. Это чисто вот я свои деньги трачу. Ну, в подарок за заказ они вкладывали вот такой тоник. Ну, там когда что складывается. В общем, тоник хороший. Мне он, я именно такой вот заказывала. Раньше у них наборы были. И вот шампунь, бальзам для волос. И шампунь для волос, бальзам для волос. И такой тоник, как бы наборчиком. Потом в 200 мл такой тоник был, флакончик. А сейчас 200 мл такой тоник, флакончик. Ну, другой там дизайн немножко. А еще был 300 мл. Вот 300 мл я тоже покупала сама. Потом они мне стали, видимо, поняв, что я люблю такой тоник, стали вкладывать такой тоник в подарок за заказ. Вот сейчас уже такого формата нету. Хотя он и отдельно продавался, я как-то отдельно покупала. Но у меня как бы нет расширенных пор и черных точек, но он хорошо с моей кожей смешанного типа себя ведет, и он мне очень нравился. Сейчас у меня тоника как бы как такового нет. Ну, в смысле, только самопальный. Короче, это Пробиодерм. Крем для рук пробиотический для всех типов кожи, для всех возрастов, номер 14-50 мл от фирмы Bugzdrav, которая производит и косметику, и закваски. Он приходил мне на обзор вместе со средствами для очистки рук, те, которые вот чистят руки. Короче говоря, это вот со второй моей посылки, со второго моего контакта с фирмой Bugzdrav. И первый раз я его тогда выбирала сама, он очень мне понравился, ну а второй раз он шел как бы тоже как запчасть обзора. И это не только потому, что вот оно мне пришло на обзор от фирмы совершенно бесплатно, да, поюзать и сказать свое мнение, а еще и потому, что он действительно мне понравился очень, очень хорошо впитывается. Тут очень хороший состав, тут 98% натуральных компонентов и 2% вот консерванта и прочая хрень. Не содержит сульфатов, парабенов и ГМО. Срок годности у него 9 месяцев и 9 месяцев после вскрытия. Он сделан у нас был 17 марта этого года. И ссылку на сайт Bugzdrav и на этот крем я оставлю в инфобоксе. Есть отдельный плейлист Bugzdrav и отдельный ролик вот именно, ну не именно на этот крем, но отдельный ролик на уходовую косметику Bugzdrav. Если интересно, то гляньте. Ну и, по-моему, он стоит 330 рублей за 50 мл. Очень экономичный, быстро впитывается и тому подобное, приятно пахнет. И еще, короче говоря, там периодически у них бывают всякие скидки, и можно купить даже дешевле, чем за 330. Ну, а доставка там платная, но доставка компенсируется заквасками. То бишь, вы, допустим, платите за доставку там 300 рублей, и вам вот на выбор дается сколько-то заквасок по той же аналогичной цене, что вот, допустим, 5 заквасок за 300 рублей. Я просто не помню, сколько там эти закваски стоят. Ну, или там 2 коробочки заквасок, и как бы бонусом за эту доставку. Питательный крем для рук и ногтей. Тут очень много всего, что он делает. Ну, и он, в принципе, все это и делает. По-моему, вот он, ну, таким вот немножко миндалем пахнет. Мне подруге аромат не понравился, а мне, в принципе, очень даже. Где-то на полтора месяца такого флакончика в 50 мл хватило, и довольно часто им пользовалась, так что считаю, что очень оправданная, даже вот если по цене. Хороший крем. Ну, в общем, все эти пустые баночки у меня, оказывается, закончились. Вот что у меня тут было с мая по июнь. Всем спасибо за просмотр. И да, хочу сказать отдельное спасибо Горбушкину за спонсорскую подписку. Если вы хотите тоже быть моим спонсором и получать некие бонусы, то ссылка есть в инфобоксе, а также под каждым роликом и на канале кнопочка «Спонсировать». Всем пока!